международном студенческом офисе отгремел ужин, на котором участники из разных стран представили свои национальные блюда. Международный ужин – это уникальное мероприятие, так как мы не только видим чужую культуру, но и можем попробовать ее. Сегодня придут ребята из Китая, Эквадора, Украины, Колумбии и России. Это будет такой мультикультурный вечер, и мы надеемся, что все будет интересно. Иностранные студенты смогли пообщаться друг с другом в интересной игре и узнать много нового о родных странах своих собеседников. После активного отдыха все желающие поделились секретными рецептами своих традиционных блюд. В Китае традиционные блюда – это дапанджи, хуншао пайгу, сихонши чао джидан, потом еще чао-ньоу-ро и так далее. Ребята из Эквадора приготовили жареные картофельные оладья, яичницу с беконом и свеклой. Участники из Индии порадовали гостей национальным завтраком с куркумой. Студенты из Китая сделали куриные крылышки в кока-коле и китайские пельмени. В ответ участники из России угостили всех блинчиками, окрошкой и традиционным русским пирогом курником. Я принес тоже блюдо из Польши. Яблочные плацки, належники с сыром и мое региональное блюдо, оно называется картошки и с сыром, это будет на польский шнека с глянцем. Все участники остались сытыми и довольными, попробовав блюда из разных уголков планеты.